так давно, 4 декабря мы только открылись, с этого момента это у нас уже 6-я выставка. Художников стараюсь представлять разных направлений, и молодых, и, естественно, особо уважаемых мастеров старой школы. В данном случае у нас выставлена художница, совсем молоденькая, по крайней мере, внешне выглядящая, мама двоих детей, совершенно необыкновенная, содержательная, глубокомыслящая Оля Яковлева, которой отношусь с большим уважением, трепетом, даже не понимаю, как в такой маленькой девочке могло зародиться столько всего познания и Библии, и жизни, и понимания всего этого в сочетании с тем, как она живет. Работать я начала активно с рождением первого ребенка, то есть в 2009 году был такой толчок. Ну и вот с тех пор вот все эти работы, в общем, с 2009 года в основном, ну вот они все такие разные, да, и сейчас был еще второй такой толчок с рождением второго ребенка, тоже такой был стимул очень большой, поэтому здесь много материнской темы, для меня очень такой дорогой. Ну, что я еще могу сказать? Могу сказать только, что я думаю, что все работы, они все равно, какие бы они ни были, они все в рамках Строгановской школы нашей, где я отучилась Строгановке, монументальной живописи. Вот, и поэтому они несколько такие вот, с такой даже что-то в стиле росписи на стене. Так что я думаю, этот стиль все равно, мне кажется, удерживается во всех работах.